Медицинский центр «Атлант». Упражнение номер 4. Друзья, сейчас мы сделаем точно такое же упражнение, что делали лежа, только сидя. Наша модель Аня берет ножку, ложит на колено, да, и своей ручкой, смотрите, то же самое, что мы лежа, мы делаем сидя, ручку давим вниз на коленку, чтобы натянуть опять заднюю поверхность бедра. Вот, и хорошо тянем брюшину. Вот она натягивается. Mm-hmm. Чувствуешь? Да. Очень сильно хорошо. И так мы держим вдох, выдох. Секунд 10-12. Вдох, выдох. Вот ошибочка, плечо напрягла. Расслабь плечи, спинку прогнуть. Давай, Лёня, стоп. Чтобы было легче рычаг, это физика. Да, именно край колена. Вдох, выдох, выдох. Ту ножку правильно держишь. Теперь поменялись. Угу. О, молодец, вдох. Выдох, вдох, выдох. Как ощущение, скажи? Ну, сразу чувствуется, что... Какая разница между лежа и сидя? Что лучше? Ну, лежа, например, все-таки было более так все чувствовалось, и болезненные ощущения возникали все-таки. Более жестко было. Сняли? Я не брал все. Так, упражнение номер 5 с мячиком. Убери ее, ты сидишь. Не-не-не. Она просто вот, закрывает то, что надо. Хорошо. Вот туда, да. Все, готовы? Аня туда смотрит? Угу. А давай она сейчас тоже сюда посмотрит, да? Она не в кадре. Она не в кадре. Это бейсбольный мяч. Очень жесткий, очень конкретный. Но я не рекомендую его делать с первого раза, потому что он очень жесткий, может быть болезненно. У нас есть вот такие штучки, они более мягкие. Попробуй разницу. Этот жесткий. Ну да, и конечно же это более. Мы, значит, ложим на стол, поднимая яичко. Можешь сюда. Видно на камеру? И давай прокатываемся. Вперед, назад. Держит себя. Вот эту ножку расслабь. Полностью ложи ее. Вот. Давай. Держись руками вот так. Полностью. Да, и сама себя регулируй. То есть ты сама себе подкладывай, где тебе болезненно, где хочется прокатиться. Очень хорошее упражнение, оно помогает самостоятельно сделать массаж, промассировать ягодичную мышцу, грушевидную, да, заднюю поверхность бедра. То есть роллы вот не так прокатывают, роллы нам больше нужны для латеральной части ноги прокатывать, а вот это именно хорошо прокатывает ягодичную грушевидную. Отлично, да? Теперь мы берем вот этот бейсбольный мячик и ложим его именно в щелочку. В этот стол, чтобы он не текал. И садись на него. Нет, дальше. Вот где-то вот сюда он должен упасть. Вот. Вот. Ага. И вперед. Назад. Ножку.